Для сотрудников Роспотребнадзора и алкогольной инспекции такие совместные выездные встречи проводятся ежемесячно. В этот раз поездка состоялась в село Чистопольские Выселки в рамках Международного дня защиты прав потребителей. На приеме граждан у местных жителей есть возможность задать свои вопросы специалистам. Они касаются не только приобретения товаров, но и получения некачественных услуг. Мы ваши права защитим не только в порядке, значит, ваших претензий, рассмотрения ваших заявлений, обращений, но еще можем защитить ваши права в судебном порядке. За вас все написать. Все это будет бесплатно. Хорошо, будем ждать. Для представителей органов местного самоуправления здесь же проходит обучающий семинар. Знать все тонкости закона о защите прав потребителей, вовремя оказать помощь односельчанам, попавшим в неприятную ситуацию, задача руководства села. Обсуждение часто встречающихся жалоб – обязательная часть семинара. Чаще поступает в отношении товаров технически сложных. Возврат товаров, сроки, значит, которые соблюдают. Продавцы должны соблюдать, как вернуть товар, как написать претензию, правила обращения в суды. Брошюры, листовки и другой раздаточный материал остаются в сельском поселении как руководство к действию. Здесь дана вся информация, как справиться с ситуацией и куда обращаться в случае, если права потребителей нарушены.